Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я приготовлю патиссоны с болгарским перцем в сладком маринаде. Для начала нарезаем 6 небольших луковиц, 1 кг патиссонов, 6 болгарских перцев, 1 острый перец, 1 лимон. Выкладываем на дно банки 2 веточки петрушки, 1 листик сельдерея, 1 веточку базилика, 1 кружочек лимона, пару колечек острого перца, лук, болгарский перец, патиссон, 1 лавровый лист и 1 гвоздику. Для маринада наливаем 900 мл воды, добавляем 2 столовые ложки соли, 250 г сахара, 100 мл 9% уксуса и доводим до кипения. Заливаем маринадом и накрываем крышками. Ставим в кастрюлю баночки, наливаем воду и стерилизуем 10 минут. Закатываем крышками и отправляем под теплое одеяло до полного остывания. Патиссоны с болгарским перцем готовы. Как видите, консервировать их довольно просто. Закуска получается пестрая, в зимнее время она порадует вас своими яркими цветами и, конечно же, отличным вкусом. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Па-па!